Привет! Ты на канале Кай Стример, и мы продолжаем играть во Путь Бирюзового Лотоса. Гаденыш какой. Попить чайку. Здесь карта есть. Надо, конечно, выполнять квесты. Смотрите, смотри, я вот здесь не был, здесь не был. Тут куча вкусняшек не собрано. Смотри, сколько тут, тут локаций. Тьма тьмущая. О, усатый какой-то. Зря чайник потратили. Ну давай. Ну-ка, погодь-ка. О! Четко. А вот сюда может попасть. Но отсюда не попасть. Ё-моё. Практически идеально было. Ну здесь я, тут. А я так могу допрыгнуть, нифига себе. Вот это не очень понятно. Как здесь собирать. Еще ключик. Это босс, еще один, видимо. Ну это миллион попыток мне надо будет. Thank you.
Ну погоди ты. Тихо, вот так вот. Вот. Да ты сошел с ума. Погоди. Погоди, погоди. Ну, по заднице ему врежь. Нет. Нет, 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 нет. Ну, как так-то? Ну, как так-то? Все делал правильно. Сука. Мерзко. Вот сучара. Удивительно. Я уж и не верил. Так, вкусняшки. А, глаз. Смотри. Обычно используется для какого-то патента. Вообще на изи. Да. Ну. Я уже устал ждать. Ты нашел ингредиенты. Давай сюда. Так, и как я обещал, можешь тоже глоточек сделать, но только глоточек. Лотус Дэш. Так, мы можем делать рывок, все. Да я понял, разберусь без сопливых.
Ну, теперь, конечно, ну... Да, но тут, конечно, без геймпада, наверное, реально сложно. Ну, это не херово, это так сложновато вообще. Если тут такие прыжки будут, я явно не справлюсь. Я с обычными-то еле-еле справляюсь. Здорово. Ага, вот так вот. Нет, 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 вот так. Так, ну ты усатый. Ну давай сюда ресурсы, падла. Еще давай, еще. Сектор приз на барабане. Засейвиться. Так, ну куда мы теперь можем идти-то? О, понял. Ну, смотри, вот мы здесь не были, здесь не были. Надо идти. Так, а вот здесь что такое? Здесь что-то тетка непонятно, что от нас хочет. Тарабарщину какую-то. Ага, мы, наверное, где-то здесь свалились. А сейчас мы будем... Ага. Ну давай. Докажи, что ты реальный пацан. Непонятно, а как же его вынести? Что-то непонятно. А, это надо в последний момент вот где-то до сюда мы долетаем и бить. Ну, это единственный вариант. А как по-другому? Он, видишь, когда мы здесь стоим, он не бросает. Когда мы где... А, может быть, где-то здесь перехватывать. Надо попить чайку. Срочно. Так, из краба можно чай сделать. Хороший. Вот видишь. Так, что предлагаешь, дядь? Ничего не предлагаешь.
Чайку попили. Отлично. Но все равно загадка, а как же здесь собрать? Может, надо двойной прыжок? Ну, в принципе, это не такой ценный ресурс, чтобы ради него. Монстр восстанавливается, ты всегда можешь нафармить столько, сколько тебе надо. Так, а куда мы идем-то? Вот сюда и вот сюда. Так, подожди-ка. А куда здесь направо? Здесь секретный проход? Дотягивается он там. Что-то я не вкуриваю. Не, ну это как бы здесь мы были. Подожди, completed. Вот секретный проход. Ну давай. Может, и здесь какая-то такая фигня? Ну, здесь надо прям супер как-то четко. Нет, это фуфло какое-то. Надо прямо вот бить палкой вот этой вот. Самый какой-то правильный момент. Нет. Отношения. У нас есть что-нибудь? Ну, самое ужасное, что бывает так, что в текущий момент ты просто туда реально не можешь попасть. И пробовать там миллион попыток брать. Ну уж очень близко. Сделай бы сильно дальше или чуть-чуть пониже. Если не, нельзя допрыгнуть. Так, ну хорошо, ну значит будем подниматься здесь. Будем смотреть.
Я уж даже здесь допрыгнуть не могу. Чего уж говорить. Еле-еле. Охренеть просто. Ой, какая жесть. Ну, с учетом моих способностей, конечно. Жестко. Ну, давай. Еще разочек. Явно не туда иду. Это была ошибка. Как надо идеально прям прыгнуть на этот грибок. Ну, здесь-то вообще непросто. А что здесь? Показывает, как мы здесь были. Что-то ни хера непонятно, а как так-то? Как здесь пробить? Больше вопросов, чем ответов.
Так, ну надо вытащить кролика. Ну... Дай здесь посмотрим. Ух ты, знаю, получилось. Ну ж, не все так плохо. А, можно вот так вот делать. Понял. Можно использовать рывок после удара. Ну блин, ну там не хватает просто охренительно длины. Могу сообразить, а как же тут быть-то, сука? Здесь-то бить нечего. Может, он может сломать вот эту штуку? Хрена лысого он тут может сломать. А вот этой вот двоечкой? Нет. Я просто не знаю. А тут никак по-другому-то не подняться. Бесит. Ну всего пару миллионов попыток. Короче, отсюда можно прыгнуть и в полете зацепить вот эту штуку. Ну это дает возможность использовать еще один рывок. Нет, с прыжками у меня, конечно, не очень хорошо. Да, ну надо, наверное, притащить его еще назад. Он там еще нужен. Ага, он еще здесь нужен, везде нужен.
Надо сходить посмотреть, а потом опять прыгать. Нет. Ну, естественно, я упал. Так, и это что такое? А, confidence. Какая-то уверенность. И что это такое? Увеличивает урон. Но удваивает урон, который ты получаешь. Охренительная уверенность. А, он сюда прилетел, отлично. Ну вот, вот здесь. Видишь, хер попадешь еще. Видимо, надо будет опять останавливать. Миллион попыток брать. Ну здесь я еле-еле запрыгиваю. Нет, сука, мерзкая. Да как так-то, ну как так-то? Ну возвращайся. Так, а здесь что? Назад, если пойти. Неужели там никаких секретов нет? Просто тут так отмечено. Вот, чайку попить. Просто, ну, наверняка где-нибудь растение какое-нибудь вот это. Так, погоди-ка. А, вот сюда-то как? Но отсюда-то нереально. Хотя фиг его знает. Да, нет, можно отсюда. И чё? Действительно, и чё там? Здесь-то мы не были. Видишь, бамбуковые палочки. Только непонятно, а сейчас-то мы как сюда попадем?
А, я понял, это надо было их и сохранять. Противников и прыгать туда, ну конечно же. Но, дебила кусок. Нет, 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 сука. Ну, ради, конечно, нескольких бамбуковых палочек, которые вообще непонятно нахера нужны. Ну так, в принципе, идея понятна. Ты, если что, убиваешься и чик-чик-чик туда. Так, ну а еще что-нибудь тут интересное есть? Путь-то тоже какой-то не самый простой. Не, ну здесь мы были, скорее всего. Мы все посмотрели. Это я четко сделал. Челочка, конечно. Не, подожди-ка. Ну, видимо, ничего здесь нет. Да. Пустую сходили. Ну ладно, убедились, что тут ничего нет. Надо попить чику. Ускоряемся. Блин, ну вообще непросто. Даже знаю как. Хотя, конечно, не факт, что именно так. Ну ладно. Так, надо попить чику. Так, где там эта птичка? Говорит, да ты не справишься. Да ты сам не справишься. Unbelievable. Гамать научись. Опять эта тетка. Яны, так, Яны, молодой цветок. Твое рождение было благословлено, что-то такое. Ну, получил благословление. Эти яркие глаза за твоей маской. Так, ну а что ты хочешь? Я Розо, последний из Юсаги клана. Видимо, он вышел из своей хижины, чтобы обнаружить, что все, наверное, члены его клана превратились в пепел. Ну, что ты хочешь, Роза? А за этим мостом лежит что-то там и какая-то неопределенность.
Поэтому мало кто из моего клана покидает этот лес. Да это, что хочешь? А, ну понятно. Он говорит, мы прыгать просто не умеем. Я специалист по прыжкам. Он говорит, ну ты красавчик. Точный перевод. Юсаги скролл. Это сообщение. Ну что-то не все потеряно. Не знаю. Ну хорошо, найди. Возьми это поможет тебе в путешествии. И что это такое? Погоны. Большая звездочка. Это майор. Ну, в принципе, поможет. Еще ксиву дай. Увеличивает атак дэмидж, когда прерываешь рывок базовой атакой. Ну, такой свет, конечно. Так, реквием розу. Так, дом этого клана Юсаги, это Crimson Bamboo Forest. Когда-то было, в общем, благополучное комьюнити, что-то там, кролики какие-то. Но трагически что-то произошло. Ну, несмотря на разрушение, так, у него сохраняется какая-то надежда. Короче, это скролл с сообщением, ну, свиток для членов команды, которые разбросаны, видимо, по землям. Это зов вернуться в лес. Ну, для, наверное, построения будущего. Три члена команды надо отыскать. Три члена клана. Мицуки, Миками и Моча. Найди трех членов, убеди их вернуться. Они тебе еще 10 квестов дадут, естественно. Ну, ясно, понятно. Так. Чайку лучше попить. Погнали. Так, ну а где-нибудь магазин какой-нибудь есть? Так, кто-то ожидает не спеша. Five strikes of the candle. Что это значит? Раскроет истинный Фьюри. Непонятно, что это такое. Новый путь. Ну давай, кто-нибудь что-нибудь продает нормально, без всяких головоломок. А, это может действительно головоломка? Все, ага. Ну, конечно, нужно со свечками разобраться. Потуши 5 свечек и... Не так-то просто, это двигается, я привык, что не двигается нифига. Здесь немного другой ритм. Хочется все забрать и отдайте мои вкусняшки. А, это что такое? Это враг? Но тут не все горит. Или какой-то увлекательный аттракцион. Нифига себе. А как это потушить?
Тут явно не 5 свечек. Вот гаденыш. Ага, можно вот так еще. Ну, тут грамотно и четко. Не понял, а что же я... А, вот здесь еще. А тут как? А, может быть, вот действительно вот этими выстрелами просто в свечку бить? Ну как так-то, ну как так-то? А, вот так можно. Эх, чайку бы сейчас. О, чайку, чайку, чайку. Назад, попить чай. Давай еще безмозглая медуза. Ну давай. Ну зараза ты. Попить чай срочно. Так, здесь ничего нет. Погнали. Нет. Сука. Бесит. Нельзя прям... центр этой штуки прыгать. Блин, у меня одна хпшка осталась. Thank you.
Ну давай сюда. Пить, срочно пить. Ну давайте, медуза, мне нужен срочно чай. Ну, отлично. О, свой монстр какой, погнали отсюда. Давай, давай, давай. Ну давай, давай, давай. Сюда. Ё-моё. Надо попить чайку. Ну как вот здесь? Сломать нахрен. Нихера себе, ну-ка. Давай еще, давай. Ну-ка попить чайку. Молодец. Хрена себе. Погоди, погоди. Ну ты тупой. Все, путь открыт. Чайку. Да давай. Как так-то?
Давайте, наверное, здесь прервемся, продолжим в следующей серии. Двигаемся потихоньку. Видишь, сколько уже квестов выполнили. Наш 3 штуки. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи в следующих видео. Всем пока.